Об'ядновуюцца зараз не толькі дзяржавы. Яднанне мацнее і ўнутры кожнага рэгіёна краіны. Размова пра падтрымку, якая так неабходная зараз кожнаму з нас. Тым больш прыемна даведацца аб справах, якія без просьбы і прымусу робяць людзі, каб дапамагчы тым, хто зараз у гэтым мае вострую патрэбу. Напрыклад, супрацоўнікі кіруючай кампаніі холдынга «Гомельская мясамалочная кампанія» вырашылі дапамагаць прадукцыі, грашыма і транспартам установам аховы здароўя рэгіёна. Сейчас очень непростые времена, понятно, да, и система здравоохранения нуждается в помощи, я думаю, да, лишней она точно не будет. Я знаю, что вы оказываете такую помощь. Расскажите, в чем она заключается? По инициативе своих работников мы просто очень хотим оказать ту помощь, которую мы имеем возможность оказать. И вышли с предложениями помочь. Мы имеем возможность оказать помощь транспортом. Приготовили и уже направили денежные средства, достаточно серьезные, больше 100 тысяч рублей. Мы выпускаем отличные продукты питания, поэтому мы ими будем помогать и хотим помогать. Мы понимаем, что мы не подменим наши органы власти. Но как люди, как жители Гомельщины, мы очень хотим помочь. Врачам сегодня нужна не только материальная помощь, но и психологическая. Я думаю, что видя, как мы их ценим, как мы их любим и как очень благодарны за то, что они нас защищают, мы готовы оказать любую помощь, которую мы имеем возможность это сделать. Вот скажите, на протяжении какого времени примерно будет оказываться эта помощь? Вот в чем заключается транспортная помощь, отдельные деньги, отдельные продукты? Вот как это распределено будет? Уже по потребности наших предприятий здравоохранения мы будем выделять. Мы на сегодняшний день приготовлены 4 микроавтобуса с водителями. Будет необходимость в нашем транспорте, мы будем предоставлять это для перевозки медперсонала, может быть, дежурных врачей, может быть, наших врачей из поликлиник. Если понадобится такая помощь, мы ее обязательно предоставим. Если будет необходимость в дополнительном каком-то питании для врачей, мы тоже будем представлять наши продукты питания. Скажите, может быть, вы уже увидели такой пример, который продемонстрировали нам представители других стран, да, в которых ситуация гораздо более сложная, скажем, чем у нас, и вы вдохновились чем-то примером? Нет, абсолютно. Это только инициатива наших работников. Мы все жители Гомеля, Гомельской области, городов в нашей стране. Мы хотим здесь помочь и сейчас. Мы живем здесь и сейчас. Мы не живем в других странах мира. Ну, скажите, может быть, вы уже занимались такой благотворительной деятельностью? Для вас это не в новинку, вы уже привыкли оказывать помощь тем, кто нуждается и кто находится в сложной ситуации. Сегодняшняя ситуация, она уникальна, наверное, уникальна в плохом смысле слова. Такого размера помощь мы не оказывали разово никогда, поэтому мы считаем, что мы обязаны это сделать. Это наша позиция, и мы хотим помочь. Помочь – это помощь нас как граждан, как жителей Гомельщины. Да. Да дапамогі далучыліся не толькі вытворчыя, але і гандлёвыя прадпрыемствы рэгіёна, а таксама дзяржаўныя структуры. Со стороны организации торговли, да, и самого управления мы организовали сотрудниками именно управления, приняли решение поучаствовать в поддержке тех врачей, которые находятся на сегодняшний день в тех поликлиниках, которые поступают те люди, которые с подозрением на наличие каких-либо заболеваний. В том числе организации торговли мы узнали о том, конечно, что врачи сейчас практически там находятся постоянно, дежурство. Плюс я представляю, что такое, наверное, отношение людей, то есть определенное неведение, вот эта паника определенная, тяжелая психологическая обстановка. Поэтому мы решили поддержать тем, что им в первую очередь необходимо. Мы, конечно же, со своей стороны это приобрели и продукты питания, и средства защиты, то есть то, что на сегодняшний день используется постоянно, это маски, халаты, бахилы. Ну, то есть вот это то, что на сегодняшний день из тех организаций торговли, которые уже очень активно откликнулись, уже передали, это у нас наша Сахарторг компания, это сеть «Друзья» у нас в городе. Также это общество с ограниченной ответственностью «Широких». Это два гуся всем известных. Уже на сегодняшний день подключились у нас Новобелецкая торговая компания «Олеся». Также еще ряд других сетевых организаций. Сейчас вот буквально они обсуждают, принимают решения и будут также участвовать вот в такой просто от чистой души поддержке именно наших врачей.